Ситуация с сжиженным газом в этом месяце в нашем регионе резко обострилась. На некоторых заправках стояли очереди из автомобилей. Но сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Газ продается по 50 тенге за литр, а ажиотажа среди автолюбителей нет. В управлении энергетики сегодня пояснили, что газа не было из-за того, что некоторые заводы встали на ремонт. На сегодняшний день потребность Актюбинской области в режиме утилизированного газа составляет 13 500 тонн. Это исходя из количества зарегистрированного автотранспорта с газовым оборудованием. На сентябрь месяц Министерством энергетики Республики Казахстан было выделено 10 530 тонн. Это связано с проводимыми ремонтными работами на Атравском нефтеперерабатывающем заводе и осень Всеактюбинный газ. Сейчас в нашу область продолжают поступать вагоны цистерны с топливом. По информации ведомства, в целях избежания дефицита нефтяного газа ТО «Казахойл Актюбе» было дополнительно выделено 355 тонн сжиженного газа. Также в этом месяце ожидается крупная поставка газа от ТО «Тенгиз Шевройл» в количестве 620 тонн. А АО «СНПСИ Актюбинный газ» выделил 1008 тонн. Отгружать вагоны цистерн с понедельника месяца, это с 12 сентября, и доставка до самых автогазозаправочных станций занимает некоторое время. В связи с чем большинство вопросов задаются, почему очереди организуются на автогазозаправочных станциях. Это связано именно с логистикой, оно занимает некоторое время. Если брать общий объем выделенного на область сжиженного газа, он составляет 12 505 тонн, при том, что потребность в нем остается в количестве 13 500 тонн. Тамирис Шумабаева, Юрий Шаповалов, программа «Факт».